Всем добрый день! Приветствую вас из солнечной Молдавии, из нашего любимого Приднестровья. Тема сегодняшнего видео опять брудер своими руками. В прошлый раз показал, вот смотрите, этот брудер, который я сделал для перепелят. Вот смотрите, как им там должно быть комфортно. Если они ковриком, вот полюбилось им место под керамической лампой, потому что идет мягкий теплый воздух. Под красной тоже. Поставил 37 максимум. Обязательно на терморегуляторе. 36 минимум. Буду постепенно понижать. Пропаиваю калифлоксом. Раз калифлокс, раз АСД. Фракция 2. Вот смотрите. Это белый гигант голландский. Кормлю бройлерным комбикормом. Более подробно сниму взвешивание. Почему решил снять это видео? Вот, посмотрите, сделал снизу полочку, здесь будет поддон. Вот я сделал второй брудер. Хочу вам показать более подробно. Смотрите, опять на терморегуляторе. Лампочка, это временно белую большую включил на 250. Здесь будет на 150. Здесь будет параллельно подсоединена керамическая. Здесь освещение, либо эконом, она не сильно греет, либо теплая лампа. В прошлый раз не было понятно. Видите, потолочек фольгоизолом обязательно. Здесь будет на этой стеночке поилочка. Смотрите, какую стелю сетку на пол. Вот, сантиметр на сантиметр. Такая. Потом я стелю зеленую вот такую. На 2-3 дня после того, как снял картонку, потом они подрастают. Вот этот брудер, я сейчас слупятся цыплята, я вам покажу все. Включу, когда лицевую стенку сделаю наподобие вот со стеклышком, немножко по-другому. Все зависит от материалов, которые у вас есть. Поверх железной оцинкованной сетки ложу вот такую пластиковую. Бендеров на центральном рынке есть, она 68 рублей метр. Чтобы сразу лапки не сильно проваливались. Здесь у меня будет поддон. Какашки будут все улетать туда. Зимой ставлю еще картон сверху, когда буду убирать пеленки. И стелю пеленку. Обязательно пеленку. Летом можно сразу пеленку на зеленую сетку. Если птица крупная, цыплята, может быть, даже без зеленой сетки. Но я посмотрю. Расстояние для поддона здесь должно быть сантиметров 10-12, чтобы поддон сюда заходил. Вот так вот. И сделал, здесь было пространство, его надо подпирать либо тряпочкой, либо чем-то закрывать, чтобы снизу в сетку не поддувало. И чтобы испарения мячные от какашек не шли сразу в клетку. Летом вообще можно не закрывать. Надеюсь, мое видео вам станет полезным. Размеры видите. Боковины 40 на 70. Это дверки от советской кухни. Что наверху, что здесь. Вот они, видите. Сделал. Потолочек USB. Стеночки слева, справа USB, чтобы было удобно работать. Сеточку вот так закрепил. Без реечки. Ну, тут надо гнуть. Кому не лень. Зато потом какашки падают. Если вот, вот эта рейка тут будет, видите, здесь будет собираться помет. Чтобы этого избежать, но без этой ребра жесткости эта сетка не ляжет. Сетка, по-моему, 1,4. Вот такая, чтобы надолго хватило. Упругая. Все, сейчас вытащу цыплят из... Там лупятся у нас тетра-H. Уже опять, как в прошлый раз, перепелки вылупились, не было брудера. Этот раз уже лупятся цыплята, не было брудера. Вот, смотрим. Сейчас сделаю лицевую часть. Надеюсь, вам будет понятно. Следите за нашими видео. Очень много полезной информации. Всем удачи! Все, брудер закончил. Поставил стеклышко такое длинное, как и на верхнем брудере. Только здесь у меня керамической пока нет. Она занята.
150 ватт, поставил 40 ватт и 40 ватт. Вот за 15 минут набрала температуру 30, поставил 35 максимум, 34,5 минимум. Уже намолол комбикорм стартовый. Сейчас пойду наверх и принесу цыплят. Смотрим, что получилось. Цыплята ждут с утра. Тетраж. Смотрим, что у нас тут. Вау, им жарко. Смотрите. Все, забираем. Брудер готов. Как всегда, тетра. Вылуп хороший. Кросс хороший. Самое главное делать правильно прослойки. Вау, это рецептульки. Волшебство. Вот. Полная миска. Все, они уже ждут, бедные. О. Штук 60. Он и продолжает лупиться. Открывать можно. Лупится, как будто можно помочь. Так, несем их в брудер. Вот. Брудер уже 31,5 принес. Тыщи-мыщи. Кот на крыше. Салфеточку забираю. Вот первая выборка. Пусть обсыхают. Закрываем стеклышко. Сейчас принесу водичку. Сегодня аскорбинка с глюкозкой. Можно сладкую, можно просто кипяченую. Ему уже было жарко. Сейчас здесь досохнут. Вон. Ты открыт. О, уже начинает кушать. Отлично. Следим. Вот. Наши цыплята уже в брудере. Поставил кормушечку. Дробил комбикорм. Подходят к кормушечке. Потыкал носом в поилочку. Просыхают. Уже просохли. Смотрите, как им комфортно. Температура 35. Даже без керамической лампы. Брудер тоже минимум такой, чтобы был кислород и влажность и тепло. Пропаиваем. Первый день я СД фракция 2 поставил. Потом посмотрю.